Пенсия у них, вот поверьте. 10. Хлебушка можно взять? Я маслица могу взять, могу колбаски взять, могу рыбки взять. С нас вот иногда просят эту помощь материальную. Мы тоже раньше никогда не отказывали. Но ее не так видно, куда она уходит. Поэтому у нас сейчас есть письма от администрации помочь материально. Да хоть же мы вот поможем.